Всем привет! Опять мы на выставке в Эрарте. Временная выставка называется «Спорт есть молодость». Вот как написано в анонсе. Музей представляет групповую выставку художников, которые размышляют в живописи, графике, скульптуре, коллаже на тему трансформации роли спорта в жизни общества. Да, действительно так, спорт с недавних пор занимает большое место в нашей жизни. Народ у нас болеет, смотря спортивные какие-то состязания, зрелища. Кто-то просто занимается спортом для себя, кто-то занимается спортом уже профессионально. Я вот на себе это испробовал немножко. Вот сейчас хожу, немного занимаюсь спортом. Народу прибавилось огромное количество, просто огромное количество. И, к примеру, в спортзале сейчас все больше и больше появляется людей, таких взрослых. Ну, раньше не было такой возможности ходить, наверное, в спортзал, в бассейн. Сейчас появилась возможность, и, к примеру, там с 12 до 18 часов практически зал забит людьми, взрослыми людьми. Я никогда стараюсь не называть пожилыми, просто взрослыми людьми, тем, которым за 50. И, в общем, спорт – это серьезно в нашей жизни, очень серьезно. Но это, конечно, и радует, потому что молодежь не вся, конечно, ушла с улиц, спортзалы совершенствуют свое тело. Ну, в общем, это такая ремарка. Мысли, как говорится, вслух. Ну, естественно, это, конечно, мое мнение. Я не претендую на правильность. У каждого свое мнение, я просто его высказал. В общем, в здоровом теле, как говорится, здоровый дух. Да, собственно говоря, этому и посвящена выставка. Здесь показаны спортсмены. Футболисты, скейтбордисты, хоккеисты, боксеры, борцы. Для художника же главное раскрыть внутренний мир человека. Человека, спортсмена, который находится на пике нагрузок, когда участвует в различных соревнованиях, состязаниях. Ну, как он раскрыт, смотрите сами в этих картинах. Ну что, такая выставка спокойная, я бы сказал. Работы тоже на меня, не могу сказать, что произвели обалденное впечатление. Но у некоторых работ можно задержаться, можно посмотреть. Да, она действительно временная выставка, но работа есть работы, выставка есть выставка, надо иногда просто быть в теме, что творится вокруг. Поэтому вот я сделал маленький репортажик посещении выставки «Спорт есть молодость». Вот сами посмотрите, вот такие работы представлены. И в заключение этого маленького репортажа, практически без слов, я просто без комментариев, я бы хотел перечислить участников выставки. Это Сергей Карев, Сергей Белых, Константин Бенькович, Елизавета Березина, Дмитрий Просянников, Павел Игнатьев, Андрей Карташов, Елена Кулик, Вадим Комиссаров, Андрей Новиков, Петр Перешивайлов, Платон Петров, Сергей Рожнов, Наталья Румянцева, Александра и Светлана Рощенко, Маша Трегубенко, Егор Шаблыкин, Надежда Эверлинг, Иван Тузов, Семен Платонов, Александр Селезнев, Анна Красная, Андрей Журавлев, Анна Карпова, Андрей Помулев, Станислав Казимов, Кирилл Кипятков, Александра Ефимова. Возможно, я как-то неправильно поставил ударение, но уж вы меня простите. Вот такая выставка прошла в Эрарте. Будьте в Эрарте, зайдите, посмотрите, для того, чтобы быть в теме. Все, всем пока, всем привет, всего хорошего, до свидания, до новых встреч, пока-пока.